В Нижнем Новгороде во вторник поздравляли бывшего прокурора Горьковской области. 20 октября Константин Чистяков отметил свой столетний юбилей. Свидетели эпохи в зале приветствовали аплодисментами и стоя. Столетие Константин Чистяков встретил в бодром расположении духа. Поэтому вам здоровья. Вот. Ну и дайте обещание, что мы 150 лет еще в Махалю полюбим. Нет, просили 20. Я согласился, потом позже и подернул, сколько хватит. В этот день вспоминали самые значимые моменты судьбы Константина Чистякова. С первого и до последнего дня он прошел Великую Отечественную войну, работал прокурором в Берлине. На его кителе уже нет свободного места для наград. Но в этот раз и среди подарков еще пара медалей. Ветеран прокуратуры и за верность присяге.